Так, ребята, бананы растут у пасечника на территории. То есть там вот его дом и склад, а вот здесь бананы. Здесь интересно, как-то бананы вначале родят немножко, а потом дальше уже почему-то не родят, хотя цветок есть. Ребята, всем привет! Приехал домой, хотел вам быстро показать просто, что дома происходит. Итальянец поставил корпуса на все эти улья. Вот, сделал немножко нуклеусов здесь. И я сейчас хочу быстро поделать отводки. Со всех этих двух-трехкорпусных семей. И посмотреть, что с этого выйдет. И вот он здесь еще начал делать такие нуклеусы. Я, конечно, не знаю, что здесь происходит, как бы, в какую сторону они повернуты, где у них вход, где у них выход. Или он их только заселяет там, или, или они отсюда должны летать. В общем, не знаю, что он здесь делал, потом я у него спрошу и покажу вам. Вот, ну и также он там сделал, сбил все мое оборудование, полностью заставленное все с рамками. И плюс еще делал что-то на других пасеках. Ребята, начали делать отводки. Планируем сделать 100 штук со всех пасек. Вот что сделал наш друг, пока я работал. Попересаживал кучку нуклеусов. Столько вчера я сделал дома, 11 штук. Будем добивать. Так вот выглядят пчелы, довольно таки нормальные. По 2-3 отводка можно делать с каждой семьи. Поделили те 4 улика. Вот корпуса с них стоят. Сделали 14 нуклеусов. Здесь у нас закончились пустые нуклеусы. Сейчас поедем на другую пасеку. Ну, вот они, 14 штук. 7-27 число. Вот, ребят, заехали опять к боссу. Снимаю на телефон. Купить немножко нуклеусов. Пятирамочных. Никого дома нету, босс где-то в отпуске отдыхает. Сказал, ну вы знаете, где лежит, заедьте, возьмите. Видите, это днище, это крышки, разобранные корпуса. Yeah, let's take 20, it doesn't matter. Наклеился. Вот здесь у них всякое прочее разное барахло. Tommaso, why is this stuff black? Uh-huh. Why is this stuff is black? Because of this forest range. Who? We have his name. Ah. Printed on it. And Kevin is painting this, yep, stuff? Nice. И вот видно, здесь была посыпана медицина от гнильца, скорее всего, или пыльца простая. Вот, ребята, тачок номер 2. Это нуклеусы, которые мы только что сделали и выставили. 14 штук. И вот так вот выглядят остальные улики. То есть раньше тут были нуклеусы, в прошлый раз, как я уезжал. Сейчас уже все пересадили. Этот вот мертвый. Здесь вот еще немножко нуклеусов можно пересадить. Надо заглянуть к ним.
Может и нельзя пересадить. Ну да, уже почти, почти готовые. Через пару дней приедем пересаживать. Отлично. Сейчас пойдем делать дальше отводки. Задача 100 штук. Так, ребята, в этот раз мы сделали 27 штук. И там 14, получается 41. Сейчас вот приехали на третий наш тачок. И будем расставлять здесь все. На сегодня уже отводки закончили. Поедем завтра. Ребята вернулись на этот тачок. Второй день. Делаем отводки. И вот такие семьи у нас здесь получается. Второй корпус. Все полностью оттянуто. И куча меда. Но мед жидкий, поэтому даже и речи не может идти о том, чтобы его собирать. Так, ребята, с этого сделал 4 отводка. Здесь у нас стоит 4 рамки лощины, примерно 3,5 рамки расплода и по 1,5 рамки меда. 2 рамки меда я достал отсюда. Сейчас постараюсь их куда-то вставить в нуклеус. Или еще куда-то. Мед этот ужасный на вкус. Уже начинает ферментироваться прямо в рамках. Такая вот глобальная проблема здесь во Флориде. Так, думал вставить эти рамки в нуклеусы. Но нуклеусы тоже полные на 5 рамках. То есть эту рамку как бы не видно, но она оттянута. Если там посмотреть, видно, что она оттянута, тоже медом залита. Это один нуклеус. Второй нуклеус тоже самое. Может, не видно через щелку, но некуда вставлять мед. Сейчас еще один. То же самое. Еще один, то же самое. Ну, а этот только сделали. Там мед не надо. 23 штуки сделали здесь. Едем на следующий тачок. С этим тачком закончили. На какое-то определенное время. Сейчас дымарь заткнем чем-то. Целый ящик меда. Вот такие машины еще есть, ребята, здесь. Три ряда дверей. Заправляем нашу новую машину. Она у нас на бензине. Мы будем заливать. Это этанол free. Будем заливать обычный 87. 2,44 за галлон. И вот такие цены. Так, ребята, бак здесь оказывается большой. $27, $70, $28. Убой.
32 галлона, если кому-то не видно, это семерка. $78. Собираем маточники. В этой компании. Вот такая вот компания. Здесь ребята разводят маток. И вот видите, здесь они кормят ведерками, так как мы кормили на прошлой работе. И вот там, скорее всего, воспитательные семьи. И, наверное, Энди достает наши маточники. 120 штук взяли. Посмотрим, получится сделать 120 или нет. 87 уже сделали. Я думаю, сегодня 30-35 штук доделаем. Как вам, ребята, Toyota Supra? Новенькая. Ребята, вот они, маточники. Новая, филмин. Дали 150 штук. Сказали, сильно много лишних. Ну и сейчас мы будем их ставить. Фокусируйся. Не хочет. Сейчас мы это все будем ставить в такую броню. И расставлять по нуклеусам. И стараться сделать еще штук 50-60. Ребята, вот осталось немножко маточников. Осталось немножко маточников. 60 чем-то штук. И нужно дохранить до завтра их. Поэтому поставлю в такой инкубатор. Этот инкубатор у нас продается в местных магазинах для курей, чтобы разводить яйца здесь. Точнее, не разводить, а вылуплять. Такой вот. Температура 79 и 49% влажность. И здесь вот маленькое полотенце, намоченное в воду для регулирования влажности. Ну и все, сейчас посмотрим, что у нас стоит. 83 Фаренгейта. Томасо, do you think 83 is enough? 83? Yeah. Put 90? Yeah, maybe closer to 90. То есть это температура в Фаренгейтах, мы ее поставим сейчас на 90 Фаренгейтов, это примерно 32 градуса Цельсия плюс-минус. Все, 90. Сойдет, а завтра доделаем. В общем, ребята, только что мы вот там работали, стоят пчелы. И в эти два дерева ударила молния. Вот в это и в то. И походу еще и в это, наверное. Тоже есть какая-то трещина. Да, то есть в эти три дерева ударила молния. Мы там штаны чуть не обосрали. И смотрите, что произошло с сосной. Выбило такие куски. И это уже не первый случай в этом месте. То есть вот там вот стоит дерево посредине. Сюда, конечно, не видно, но на нем то же самое. Выбит такой кусок. И смотрите, оно началось аж от самой макушки. То есть вот там, видите, это такая полоса. От самой макушки и до самого низа. Кусок такой вылетает с дерева. What did you say? Maybe.
И смотрите, как оно пробило дыру аж до самой земли, и немножко земля разлетелась. Вот, ну а мы закончили здесь делать отводки. 37 штук. How many you said? 37? Yeah. 37 штук. Говорит, 37 или 39 штук с вот этой пасеки сделали. На сегодня это все. Через неделю будем делать еще сотню. Сделали здесь, если я не ошибаюсь, 46 нуклеусов. Сейчас мы их повезем. Одну часть скинем на одной пасеке, а другую часть мы повезем на новую пасеку, которую мы только обустроили, там еще уликов нету. Вот, и я хочу вам показать, вот, кстати, видите, как летает, там не видно было, как жучок этот летает на запах уликов, он уже летит. Вот, и я вам покажу, как мы поставили там новое место, обустроили, и как мы заселяем его пчелами. Поехали! Поехали!